Над ними смеются, называют шарлатанами и даже требуют запретить. Они продолжают лечить тех, на ком врачи поставили крест. Народные целители, если они так бесполезны, то почему на них охотятся по всему миру? Официальная медицина – это очень сильная, агрессивная машина по дискредитации натуропатических методов, которые могут эту монополию угрожать. Документальный проект «Знахари». Премьера в следующую пятницу в 17:00 на РЕН-ТВ.